Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратий в общении с журналистами, Кубань готова принять у себя такие соревнования. Все олимпийские объекты и инфраструктура в Сочи поддерживаются в должном состоянии. Там регулярно проводятся как российские, так и международные соревнования. Кроме того, у региона есть большой опыт в организации мероприятий мирового уровня.